Оля. Та-та-та-та-та, я чё? А я через неделю поступлю. Зачем? Надеюсь, не под коры? Нет. Слава богу. А как ты хочешь? А так. А вот так это как? А. Это еще по-божески. Да. Кто там? Кто-то подметает. А, слушай, о господи, блин. Пошли к боцману, я хочу с ним подружить. Мухи. Я хочу с ним подружиться. Как? Не знаю, но я хочу. Мы сейчас ходим. Интернета нет. Мы сейчас ходим, ищем Влада. Он где-то спрятался. Нам надо его сейчас найти. У него включен точка доступа. И мы ищем его по точке доступа по интернету. Влад. Мы стоим, ждем машину. Пока за нами приедет. Всем привет. Я сейчас уже иду в летний душ. Помыть голову надо. И я не знаю, надо очень быстро все сделать, потому что сейчас очень такая вот погода, что будто пойдет дождь, поэтому мне надо побыстрее. А, где это на фонарик? Фонарик есть. У меня есть фонарик. У нас гроза. Если я сейчас выключу фонарик, не выключу. В общем, темно. Вырубили свет. Мы сидим в темноте. Я ем йогурт, бабушка. Пирожок. Свечка. В общем, я решила сделать чипсы домашние. Я уже делала такие, и мне понравились. Вот там вот стоит в микроволновке моя порция. Тут кушает персик. Вот, сейчас к нам приедут, будут делать кран. У нас проблемы с краном. Вот. В общем, вот такие вот делишки. Вчера полностью помыли окна, постирали шторы, была большая стирка. Вот, я, конечно, очень устала. Мы, собственно, все очень устали. Вот, помыли жалюзи. В общем, молодцы. Вот, на это у нас ушел целый день. Хотим либо сегодня, либо завтра постирать дорожки. Вот, но это не точно. Дорожки и ковры на полу. Вот. В общем, как-то так. Я вообще еще домашним полностью. Моя Зойка и тут иди. Иди, мой малыш. Ты мой малыш. Персичек. Там сейчас скоро моя порция чипсов приготовится. Да? Он любит вот тут вот на окне спать. Ложись, мой маленький. Фу, конечно, линяет он сильно. Ну, в общем, все. Мы пришли гулять на стадион. И тут вот это, гейзер подводный. Прорвало, короче, трубу. Ой, на меня брызгает. Что, брызгает? А? Короче, ну как-то так. Я только что просто была слишком близко.
подводный гейзер. Можно, конечно, сделать что контент и пойти прям туда? Давай, иди. Но я как бы мокнуть не собиралась. Ну, как бы ты уже намокла, уже теперь снимай. Я подойти спиной. Школы и нашли маленького птенца. Он очень маленький, воробышек, он сейчас спит. Закутали его в какую-то коробочку. В общем, не знаем, что делать. Наша супер великая интеллектуальная игра. Какой? Ну да, я сниму нас. У меня прям такой вокруг рта, потому что я не сильно карт.